Итак, мы на Запорожской трассе. Вот этот знаменитый объездной начало между Запорожской и Криворожской трассы. Вот сейчас мы туда будем уходить направо. Там позади нас Село Братское. В общем-то, подъем больше 3 километров, подъем именно сплошной. На данный момент на моем одометре 28-45 километров пройдено. Ну что, уходим на объездную. Едем дальше.